Добрый вечер, дорогие друзья. Спасибо, что вы пришли. Я вижу, что много родителей сегодня. Это очень приятно. Сегодня мы отчитываемся за первое полугодие. Работа у нас была непростая, сложная. И сегодня мы отмечаем с вами Новый год и Рождество. Вернее, начнем мы с Рождества. И первое произведение, которое мы исполним, будет рождественский концерт Карелии. Сегодня непростое, такое необычное выступление, потому что рождественский концерт Карелии – это очень интересное произведение. Дело в том, что написано оно примерно 300 лет назад. И написано оно озаглавлено Карелии так. Концерто Гросса, то есть большой концерт, «Per la notte di Natale». То есть для рождественской ночи. Что это значит? Это значит очень просто. Этот концерт исполнялся на рождественской службе католического храма. Очень просто. То есть это была часть рождественской службы. И для того, чтобы мы это почувствовали, что это служебная музыка, что это музыка церковная и посвящена на Рождество, такой небольшой эксперимент сегодня. Между частями я прочитаю, поскольку мы живем в России, я прочитаю куски евангельских текстов, посвященных Рождеству, для того, чтобы попробовать сориентироваться, о чем, собственно, Карелли писал, почему музыка звучит так и как он себе представлял Рождество 300 лет тому назад. Thank you.
звезда, идяша пред ними. Видевши звезду, радовались они радостью и верью, и пришедшие, видев от врача, и матери его, и падши, поклонились ему и принесли дары свои – злато, ливан и смирну. Yeah.
Thank you.
деле в октябре, а то есть случается конкурс, который называется «Хочу быть солистом». В общем, действительно, это очень важный конкурс, потому что если студент училища профессионального не хочет быть солистом, то это значит, что он не будет и не оркестратором, и не педагогом, потому что плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. И мы, конечно, поощряем у ребят их это желание. И те, кто у нас выиграл этот конкурс, в общем, мы стараемся, по мере наших очень скромных сил, как видите, вот, все-таки с ними играть. И сегодня у нас в гостях лауреаты первой премии этого конкурса Ани Итагаи и Елизавета Максимова. Мы сыграем вам как продолжение рождественского концерта. В общем-то, наверное, Рождество в то время было в музыке всех людей, в том числе, конечно, Иоганн Себастьян Бах, который тоже служил. Он, правда, был не католиком, а он был лютеранин. Но, тем не менее, тоже Рождество отмечал и для этого музыку писал. И похоже, что вот ту часть, которую мы сейчас исполним, она явно тоже посвящена чуть ли не тому же самому событию. Она даже слегка похожа, я думаю, вы это услышите. Иоганн Себастьян Бах, концерт «Ре минор», вторая часть, концерт для двух скрипок. Места у нас очень мало, поэтому будет несколько экстравагантно сейчас исполняться. Вы уж извините, но другого варианта у нас нет. Да. Все, кто снимает, видят солисты, все нормально. Извините, другого никак. Это большое счастье, что у нас такой маленький камерный оркестр. Мы можем выступать в хорошем зале. И стоя, они играют по двум причинам. Во-первых, если бы они сели, они бы не поместились. А во-вторых, когда они играют стоя, они играют лучше. Когда они состарятся, они уже не смогут стоять. А пока, видите, они могут стоять, и мы этим воспользуемся. Мы игроломно воспользуемся.
вроде как хорошо, а стоят и не знают, что себе теперь делать. Поклон — это главное наша работа. Спасибо большое, спасибо вам. Было очень красиво. Вернемся к нашему оркестровому питанию. Непосредственно к празднованию уже Нового года. С Рождеством мы вроде набрались. Следующая программа, следующий номер нашей программы — это две пьесы Лероя Андерсона. Лероя Андерсона, которые немножко странно, необычно называются. Первая пьеса называется «Some Paper Belly». Если вы знаете английский, то это очень странно. Если не знаете, то не очень странно. Если знаете, перевод такой. «Some Papers» — это... наждачная бумага. Belly – это балет. Вот наждачный балет или балет на наждачной бумаге. Очень странная пьеса. И, конечно, фамилия автора, она навеяла нам идею, что, в общем, Андерсона надо обязательно как-то привязать к сказкам. Поэтому у нас две сказки сегодня. Первая, «Some Paper Belly», естественно, посвящена Буратино. Вы понимаете. Буратино был все-таки деревянный человек, и ему наждачная бумага была близка. Если помните сказку, именно Алексея Толстого Буратино у нас Карло Колоди, он Пиноккио делает в конце, награждает тем, что Пиноккио становится человеком, мальчиком, настоящим, живым. А вот Алексей Толстой Буратино этим не награждает. Мало того, он, в общем, оставляет его деревянным. Единственное, что, в общем, судя по всему, у них там потом за очагом, когда они прошли очаг, там снова будет театр, и это уже будет их театр, без Дуримаров, без Карабаса-Барабаса. Но в сказке, если помните, там назревал такой маленький любовный треугольник. Там был Пьеро, Мальвина, и, в общем, Буратино так чуть-чуть вырисовывался. Но, естественно, после того, как они прошли очаг, у них стал свой театр, Буратино стал директором этого театра, безусловно, потому что он был харизматичен, достаточно туп. Вот. И он был пробивной парень, он же прошел сквозь очаг. Вот. И, конечно, там треугольник обострился, значительно обострился, потому что Пьеро продолжал писать стихи, он продолжал боготворить Мальвину, но дальше-то дело не шло, а годы-то идут, вы понимаете. И Мальвина стала уже немножко переживать. В общем, если так продлится и дальше, то, в общем, история с Дантой Алигьери ее совершенно не устраивала. Вот. Ей нужен был конкретный, в общем, да. И она стала подумать уже серьезно о Буратино, что, в общем, хотя он и тупой, как бревно, но, тем не менее, он харизматичный, деловой и практичный. Главное, что он, в общем, практичный. Так? Единственная проблема — Буратино жутко танцевал, чудовищно танцевал. Поэтому, конечно, вот это всегда ее останавливали. Буратино это знал. Приближался праздник прохождения сквозь очаг, Новый год у них, это уже был Новый год. И Буратино пошел за помощью к кому? Он пошел к папе. Естественно, пошел к папе Карло. Папа Карло работал в театре на трех ставках. Сын заботился об отце, он был электриком, плотником и рабочим постановщиком сцены. Он пришел к папе и говорит: папа, у меня проблемы. Говорит: сынок, я знаю, в общем, я тебе помогу. Он снял с него башмаки, приклеил наждачную бумагу к башмакам, говорит: теперь иди к пуделю Артемону, он научит тебя танцевать специальный танец. Объяснил. Артемон свое отработал, наступил праздник, наступило время танцев, и вдруг Буратино вышел вперед и прямо непосредственно подошел к Мальвине. Вы понимаете, ужас Мальвины. В общем-то, все напряглись. Буратино дал знак музыкантам, зазвучала музыка, и он удивил. Реально удивил, потому что он танцевал этот шаркающий танец, какой-то очень интересный, необычный.
В конце он, как и положено, встал на одно колено, протянул руки своей деревянной Мальвине, и, в общем, вот должен был случиться голливудский финал. Но в это время случилась совершенно необычайная история. Из-за кулис бревном выскочил Пьеро. И стал дубасить этим бревном Буратино по голове. Естественно, в общем-то, Буратино ничего особенно плохого не испытывал от этого. Вот. Мало того, бревно у него был довольно высушенный, поэтому звучало прекрасно. Но случилось то, что Мальвина поняла, что, в общем, Пьеро все-таки мужик, все-таки он человек, и, в общем, что-то... Короче, они обнялись, все, кукла старик поздравляет, все. Буратино почесал свою деревянную башку и, в общем, отошел в сторону, думает, ну, в принципе, а может, так и лучше. В общем-то, все мужчины знают, что в таких случаях обычно так и происходит. Но в это время случилось вот что. По проходу, в портфеле, из зала к сцене пошла некая фигура, которую прожектором вел папа Карло, потому что он был электриком. И эта фигура была Буратино. Папа Карло отрабатывал свои деньги. Итак, сам проект Белли. Фея, крысы, тыквы. И вдруг
самые обыкновенные часы, да? Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Все. Так не бывает. Волшебные строительницы не могут бить 12 часов, как вот этот погребальный колокол. Конечно нет. Они пробили это так легко и изящно, так необычно, что Золушка даже не обратила, она даже не смогла посчитать, сколько ударов там было. Даже если бы хотела посчитать. И что, конечно, она превратилась в заморашку. И как вы думаете, это помешало принцу или нет? Нет, конечно. Конечно, нет. Потому что если бы помешало принцу, было бы ясно, что принц не любит Золушку на самом деле. У него какие-то практичные планы. Так он даже ничего не заметил. Он тоже грузился в саже. И они продолжали танцевать, как ни в чем не бывало. Вот, конечно, окружающие, это понятно. То есть мачеха и дочери, они... О, это Полина. Это артистка Полина, это замечательно. У нас большие надежды на нее, потому что она настоящая артистка. Во всех своих приемах. Вот. О чем говорить? Да. Да. Они, конечно, мачеха и дочери были потрясены. Во-первых, они сразу узнали Золушку. Это, конечно, сначала их очень смутило, но потом обрадовало. Ну, вот сейчас ее выгонят из дворца, и вот тут-то мы уже будем властвовать без конца. Но волшебный король увидел это все, и моментально все это понял. И что он сделал? Он побежал к камину. Камин, к счастью, в это время был не затоплен, потому что в волшебном государстве король добрый, а там, где добрый король, там и слуги ленивые, и ничего не делают. Вот. Но тепло было волшебным образом. Камин не горел, поэтому король засунул туда руки, вымазал руки в саже, вымазал все лицо саже, подбежал и сказал: «Дети мои, я вас благословляю, и я хочу быть на вас похожим. Мы хотим вам, сейчас мы сыграем, я надеюсь, никто не облажается. Вот. Ну, по мере сил. Вот. И мы, вот эти вот наши часы дарим вам на весь Новый год. Мы хотим, чтобы ваши часы, конечно, с исключением кардиостимуляторов, они шли синкопированно в этом году, чтобы они шли весело, чтобы они шли минутно, чтобы время бежало, чтобы оно радовало вас. И здоровья вам, счастья и, в общем, успехов вашим детям. Thank you.
нам еще. Где-нибудь, наверное, к марту будет какая-нибудь еще программа. Рады видеть вас. Спасибо. Спасибо. Всего доброго.